соприкасаюсь с чужим людьми. Ну ладно, мы можем быть приятелями. Как ты можешь считать меня чужим? Потому что мы с тобой хорошие приятели. Мы не приятели. Тима разрушает тихо. Но еще больше он разрушает душу. И никакое дело, моя жизнь. Постороннего человека. Слышала, он очень хорошо проявил себя в облачных глубинах. Даже учитель Лань его похвалил. Сестра,